Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему «Что за мужчина часто думает о вас?». Итак, у нас один вариант. Если вы слышите, что информация о вас резонирует с вами, вам интересно, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другое видео. Итак, давайте посмотрим. Первый вопрос. Что между вами с этим человеком? Как вы можете его узнать? Давайте посмотрим. Если слышите, есть такой человек в вашем окружении, смотрим. Нет, выбирайте другое видео. Итак, что между вами сейчас? Что сейчас? Интересно. Очень интересно. Ну, я вам скажу, мужчина действительно очень много думает о вас. И буквально завис в этих мыслях, да, не может выбросить вас из головы. И он считает, что ему повезло. Он считает, что ему очень повезло вас встретить. Здесь даже проходит такая ситуация. Конечно, здесь очень похоже больше на какое-то новое знакомство, на некое обновление, счастливый случай, да. Он боится потерять эту возможность. Она для него очень важная и очень ценная. Эта женщина ему безумно интересна. Она ему безумно нравится. Для кого-то это могут пройти новые отношения, новое какое-то вообще только знакомство. Это может быть какое-то вот общение с вами как мимолетом, да? То есть вы где-то по каким-то интересам, рабочим делам, это вот какое-то вот такое общение может быть. Сказать, что сейчас прям отношения, но давайте посмотрим. Есть ли отношения на сегодняшний день? Это дикое притяжение, это максимальный, знаете, такой эффект вы производите на этого мужчину. Вы очень красивая женщина в его глазах. Это больше идет именно новые отношения, это отношения, ну вот, как небольшое время, да, они, потому что они сейчас идут просто вот в очень сильном интенсивном развитии, да, вот мужчина желает этого развития, он боится упустить какой-то шанс, какую-то возможность на отношения с вами. Вы знаете, что этот человек, он как бы чувствует себя каким-то безоружным перед вами, то есть он понимает, что какие-то щиты, какие-то, знаете, какие-то мечи, да, они здесь бессильны, то есть вы где-то пробиваете какую-то логическую защиту этого человека, и он себя чувствует беззащитным перед вашей красотой, перед вашей харизмой, а здесь женщина действительно очень харизматичная, очень темпераментная, и вы как-то его увлекаете, вы его, знаете, действительно зацепили, этот мужчина, он буквально не выпускает мысли о вас из головы, новый знакомый, возможно, уже завязались отношения. Возможно, этот мужчина как бы вокруг да около. У вас может быть не очень, знаете, такое плотное общение, не очень частое, но оно имеет большой потенциал. Этот мужчина буквально вас не выпускает из головы. Ну, давайте посмотрим еще. Он видит в этих отношениях нечто большее. Если эти новые отношения... Но я вам скажу, конечно, его эта ситуация очень как-то будоражит. Вы знаете, четкое ощущение, что этот человек, возможно, или долго был без отношений до вашего какого-то знакомства, до вашего общения, или какие-то отношения, они были, возможно, пустыми, да. Вот почему-то такое впечатление, как серое все было, да. И он как бы уже и привык к этой серости, и уже так ему и нормально вроде было, да, живу себе и все. И вы знаете, что этот человек, возможно, был разочарован, в чувствах, а тут явились вы, такая прекрасная, такая яркая, такая интересная. И вы как-то исцеляете ему сердце, этому человеку, да? Ну вот не могу выбросить мысли о ней. Возможно, где-то еще прячу свои чувства. Возможно, еще не в полной мере проявляется этот мужчина. Но точно, да, вот строит какие-то планы, да? Он ищет дорогу к вам. У него грандиозные, знаете, такие планы насчет вас, потому что по иерофанту он понимает, что это нечто большее. Это далеко не легкомысленные отношения. Да, вы его очень привлекаете как женщина. И первое впечатление, да, было это такое притяжение, это такой магнетизм, да, от этой женщины. Безусловно, вы нравитесь ему как женщина своей внешностью. Но здесь идет немножечко больше, да, потому что где-то он, знаете, был, возможно, очень осторожен. Не входило в его планы влюбляться в вас абсолютно. И где-то
не все так просто может быть на сегодняшний день. Но я прям вижу, что вы как ярким лучом, да, вот в жизни этого мужчины, вот как эта лампочка, вот зажглась и все, да, и осветила все вокруг себя. Вот так вы, как солнце, да, вот появились в его жизни и все. И почему-то мне идет, что какая-то серая жизнь у него была, и он как бы привык и думал, что ну вот так нормально, пока не появились вы. Пока не появились вы, такая, знаете, разносторонняя очень женщина. Очень приятно ему с вами общаться, очень действительно вы ему нравитесь. Как-то он, знаете, закрадывается, у него какие-то мысли такие. А что за мысли? Покажи, что за мысли? Ой, девочки, конечно, он желает... он понимает, что это серьезно. Он понимает, что это серьезно, что это значимо, какие-то у него план действий, как у императора. То есть он все-таки намерен очень серьезно и изначально правильно строить ваши отношения. Спешки здесь между вами не будет. Этот человек желает, он видит в вас такую возможность, возможность, да, вот обрести свою женщину, свое счастье рядом с этой женщиной. Вы знаете, какие-то развалины прямо у мужчины в жизни были. Возможно, какой-то или болезненный разрыв, или вообще, да, вот человек как-то чувствовал собственное одиночество. Очень четко его чувствовал это одиночество. И вот эту серость жизни и обыденность жизни. И тут вы такая прекрасная и такая яркая, такая интересная и такая разносторонняя женщина. И где-то он вас видит очень мягкой и изящной. Где-то он понимает, что вам нужны серьезные отношения. И эти отношения он хотел бы, да, вот с вами, хотел бы, потому что видит вас женщину для серьезных отношений, что какие-то легкие, они вот... Уже, знаете, вы как, вам не нужна какая-то изыски какие-то, понимаете? То есть какое-то новшество, вам больше некой стабильности, да, некой чувственности, да, каких-то очень простых жизненных радостей. Вот человек, который приносит очень много простой жизненной радости. Вот вы прям его девчонка, ему так прямо хорошо рядом с вами. Ну покажи, а что это? Что это? Он где-то жадничает уже вами, понимаете? Где-то он чувствует себя безоружным. Вы своей нежностью и своей красотой вы уже взяли над ним верх. Этот мужчина будет проявляться, он будет действовать. Если это новые отношения, могу только поздравить, потому что здесь идет момент очень стабильных чувств и стабильных намерений со стороны этого мужчины. Да, идет такая ситуация, что где-то этот человек закрывался щитом, мечом, да, он как-то не пускал чувства, не пускал любовь в свою жизнь. Возможно, где-то был даже разочарован в любви, то есть он любви не ждал. И вот с вашим появлением как-то все перевернулось. Вы вот как это солнце, да, осветили вот эту серость, и оказывается, что в жизни очень много красок. И любовь приносит очень много эмоций и очень много сил дает человеку. Он хотел бы быть вам важным, он хотел бы быть вам очень нужным, да, интересным для вас. Но здесь даже понимаете, здесь такая вот позиция женщины: я прекрасна, да, и все, да. А ему как желание прикоснуться к этому прекрасному. Очень может быть, что он просто не может вами как в полной мере как насладиться, да, напиться вами. Ему все время мало, да, вас, вашего общения и вообще вас в его жизни. Такое желание, где-то я завис, и я это понимаю. И был момент, когда он как-то отталкивал свои чувства. Где-то он, знаете, хотел упростить всю эту ситуацию. Но на сегодняшний день он прекрасно понимает, что где-то он безоружен перед вами. Что вы женщина, достойная императора, но нужно быть этим императором. Дабы вы имели интерес, дабы вы видели перспективы, дабы вы как-то впустили чувства, да, вот в свое сердце. Здесь больше идет, что мужчина... Еще, знаете, в какой-то, знаете, в каком-то пути к вашему сердцу, возможно. Да, да, я еще в пути. Этот путь очень нелегкий. Этот путь даже не прямо, этот путь вверх. И здесь нужно дотянуться.
Но то прекрасное солнце, оно действительно высоко. И к нему, чем ближе ты к нему, тем тебе теплее, тем тебе яснее. И где-то, возможно, есть какие-то моменты обжигающие для этого человека. То есть где-то ему очень даже и непросто рядом с вами. Где-то ему даже очень и непросто добиться вашего внимания. Но вот опускать руки, конечно, он не собирается. Очень ему хотелось бы войти в вашу жизнь, сделать шаг в вашу судьбу. Этот мужчина желает не только проявиться, но и быть значимым мужчиной в вашей жизни. Давайте посмотрим еще, да, вот все-таки, где вы с этим человеком вот сталкиваетесь? Где вы сталкиваетесь? Что за вопросы вас интересуют? Вы знаете, возможно, это даже элементарно. Элементарно. Вы где-то в общем кругу друзей, людей, да, вы, возможно, вот как время от времени, да, встречаете его. И он понимает, что это, ну, не просто это. Не просто, что есть некий момент судьбоносности в этих встречах. И с каждой встречи только он вас встречает, да, вот как-то он понимает, что, ну, ему классно рядом с вами. Более того, здесь вот есть такой азарт по отношению к вам. То есть она безумно интересна, она как-то яркая, да, она меня цепляет, эта женщина. Она мне очень интересна, я где-то слышу ее голос, я оборачиваюсь. Я где-то очень хочу ее внимания, я жадничаю ее вниманием. Я где-то ревную эту женщину, если я вижу ее рядом с другими мужчинами. Возможно, здесь уже завязались отношения, да, и каждая встреча, она убеждает этого мужчину, что да, это она, это та женщина, которая мне нужна. Ну, давайте посмотрим дальше. Итак, давайте посмотрим, что же он думает о вас. Мысли этого мужчины о вас. Что ты думаешь об этой женщине? Что ты о ней думаешь? Ой, девочки, думает о своих чувствах. Очень ему хотелось бы проявиться, возможно, сделать вам какой-то подарок. Но точно этот человек желает прояснить ситуацию между вами, желает проявляться, желает действовать. Да, чувства у него есть. И я вам скажу, что эти чувства наполнены искренностью. Мне идет ситуация, что человек, вы знаете, он как-то ждал, возможно, этих чувств. Подсознательно, возможно, ждал этих чувств. И где-то был разочарован в любви. Но с вашим появлением, вот его сердце, оно как бы, знаете, оно ожило, оно как-то имеет сейчас силу, оно как бьется по-новому. Вот я вам скажу, что этот человек осознал, что любовь все-таки есть. И эта любовь у него уже сейчас в сердце. Если когда-то он был разочарован, то сейчас он понимает, что любовь все-таки есть. И она прекрасна, эта любовь. Что ты думаешь об этой женщине? Вы знаете, стремление действовать в вашу сторону, стремление прояснить ситуацию, стремление действовать, идти, как-то проявляться, быть рядом, дарить подарки, любить вас. Этот мужчина проявится однозначно. И я вижу, что прям вот с чистым сердцем человек идет в вашу сторону. Нет у него какого-то... Ну вот посмотрите, это вот то, о чем я говорю. Разбитое сердце оживает у этого мужчины. Где-то было такое, знаете, разочарование. Где-то было разочарование, возможно, в женщинах вообще, да? И он вот думал, что ну вот все они одинаковые. Нет любви, да, возможно, даже такие фразы когда-то звучали у него. Но сейчас он понимает, что нет, эта женщина мое сердце возрождает. Оно как-то, любовь есть, да, любовь существует, и эта женщина очень глубоко в моем сердце. Да, возможно, сейчас еще есть такой момент, как оно повернется, да, сделаю я этот шаг и разобьюсь о скалы, или все-таки... Эта любовь к этой женщине, она даст мне крылья, и я вот, да, смогу прочувствовать всю полноту прекрасных этих чувств, прекрасных этих отношений. То есть здесь, возможно, еще есть какой-то вопрос, да. И есть сейчас пока что таких, знаете, много мыслей каких-то острых где-то. Но я вижу, что вы, конечно, очень его заинтриговали. Очень какое-то правильное поведение. Эта женщина, она как-то ничем себя не компрометирует. Она, знаете, манит, но не приближает слишком близко.
Это женщина, в которую реально этот мужчина влюбился. И он думает об этом, я реально влюбился. Если поначалу я как-то был увлечен ее внешностью, где-то я был увлечен, да, ею, как женщиной, с которой приятно общаться, то сейчас я реально понимаю, что я влюбился в эту женщину. Ну, давайте посмотрим еще. Есть много мыслей у этого человека. Но и есть надежда, которая все эти мысли, знаете, как-то приводит в некий порядок. То есть ни о чем беспокоиться, нужно действовать, да. Нужно за этот шанс, нужно побороться. И дабы эта женщина этот шанс дала такую возможность, да, нужно протоптать вот эту дорожку к ее сердцу. Этот мужчина не будет очень так и спешить, да, он не будет форсировать события. Почему? Потому что у него... Первоначально интересно серьезнейшие на такие, знаете, более духовные, более душевные отношения с вами. Все-таки вот это возрождение, да, вот этого сердца, это не просто так, это очень значимо для него. И вообще вас он видит очень значимую женщину. Очень много у вас качеств, которые ему не просто нравятся. Это что-то немного большее, да, это больше о чувствах, это больше о любви. Ну да. Вы знаете, чем больше он с вами общается, чем больше он проводит с вами время, тем больше каких-то сокровищ он у вас находит. Вот таких золотых яблочек, знаете, находит у вас. То есть вы прекрасны во всем, во всех своих проявлениях. Вы дарите много жизни, много радости, много энергии. Вы наполняете вот эти кубки, вот эти чаши его жизни. И радостью. Он понимает, что как была скудна и бедна его жизнь. И где-то он не впускал эту любовь в свое сердце. А сейчас он думает о том, что это, наверное, самые прекрасные отношения, которые были в его жизни. И на что он уже не надеялся, я бы так сказала. То есть он не надеялся, не рассчитывал и не ждал, что будет настолько сильное притяжение, что будут настолько сильные чувства и будет вот эта жадность, что мне мало, я хочу еще, да, эта женщина мне нужна. Она мой сундучок с сокровищами, она для меня самое ценное и самое дорогое, она мое золото. И где-то этот мужчина понимает, я влюбился. И если что-то не получится, мне будет очень больно. Но я все-таки шанса своего, да, вот как-то испытаю свою судьбу. Я сделаю этот шаг, даже если мне придется, да, где-то обжечься, где-то разбиться о скалы, да, где-то быть отверженным, я буду пробовать еще, еще и еще. И придет тот момент, когда эта женщина поймет, что именно я ей нужен. То есть, вы знаете, этот человек все-таки... Нет такого, что, ну, нет, так нет, да, да, так да, нет, так нет, нет этой слабой позиции, нет. То есть я хочу самого лучшего варианта, я хочу самого лучшего исхода, потому что эта женщина возрождает мое сердце, потому что таких эмоций, как к ней, не было уже очень давно в моей жизни, а возможно и вообще не было. Где-то эта женщина заставляет трепетать мое сердце. И отбросив сомнения, этот мужчина идет, да, в вашу сторону, потому что вы ему нужны. Он понимает, что у него есть соперники. Он понимает, что есть мужчины, которым вы очень нравитесь. Он понимает, что у вас есть выбор. И будете вы выбирать самого лучшего человека. Человека, которого вы будете любить. И это безумное желание, что именно ему улыбнется эта удача. Возможно, вы уже в отношениях, и мужчина, конечно, безумно счастлив, безумно рад, что он с вами в отношениях. Давайте посмотрим дальше. Итак, давайте посмотрим чувства этого мужчины сейчас. Его чувства к вам. Его чувства к вам. Это счастье. Счастье в моих руках. Счастье, за которое стоит побороться. Счастье, которое стоит, знаете, сделать какие-то усилия, идти на компромисс, ради которого стоит сделать все, чтобы это счастье было у тебя в руках. Мужчина счастлив. Если вы сейчас в отношениях, он понимает, что он сейчас счастлив. С вами счастлив. Рядом с вами. Когда он с вами общается, когда он с вами находится рядом, он счастлив. Он понимает, что это золотой билет. Это удача найти человека, рядом с которым тебе так хорошо, рядом с которым тебе так спокойно. Были какие-то отношения у него раньше, и вот эта надежда, она его покинула, была, что он когда-то вот полюбит по-настоящему.
Но с вами это счастье у него в руках. Да, он желает шанса, он желает такой возможности, он желает вот этой любви, он боится где-то потерять какую-то возможность, какую-то ниточку, которая на сегодняшний день уже есть, которая уже существует между вами. Колесо фортуны, девочки, просто мужчина счастлив, что ему так повезло. Да, где-то он сейчас пока что, да, очень осторожен, где-то это все очень, возможно, хрупкое, да, очень нежное, и здесь он боится каких-то ошибки какие-то совершить, да, чтобы не поступить как-то опрометчиво, чтобы не поспешить, чтобы все-таки это колесо фортуны привело его к вам, да, в вашу жизнь, в вашу судьбу. Здесь у мужчины серьезные намерения, и он считает счастьем, да, что ему вот так вот повезло встретить любовь в своей жизни и стать счастливым человеком. Очень классные эмоции, девочки, у этого мужчины. Да, он все прекрасно понимает. Вы в его сердце, знаете, вы, возможно, он, знаете, вот такой вас видит, вас как, он видит вас немного по-другому, понимаете, он видит вас какую-то романтику. Вы очень умная, очень красивая женщина в его понимании, но, возможно, вы не очень открываетесь, вы не очень пока что ему доверяете. И вот этот момент, да, хоть бы не упустить вот эту ниточку и доказать этой женщине, что я именно тот мужчина, который ей нужен. Что я именно тот мужчина, который ей нужен. Я вам скажу, что, конечно, эта ситуация, она как-то пока что... Вот что он чувствует? Вы знаете, вот счастье... Вот после каких-то руин, да, вот ему казалось, что это уже все, это уже ничего не будет. А сейчас он чувствует счастье. И еще есть очень много вопросов, да, будет ли результат, придет ли он к желаемому результату, дадите ли вы ему такую возможность. Но здесь, конечно, идет момент некого ощущения, да, вы видите его настоящего. Понимаете? Вот как-то человек в обществе, любой человек, так или иначе, имеет некий щит, да, имеет некую маску. Но рядом с вами он понимает, что он как-то безоружен, он как-то такой, как он есть на самом деле. Где-то вы затрагиваете какие-то струны его души. Где-то вы даете этому человеку именно то, что он от вас ждет. Желаемое. То, что не видит никто, но видите вы и чувствуете вы. И вы знаете, ему очень хотелось бы достучаться к вам, ему очень бы хотелось, чтобы вот это счастье всегда было у него в руках. Его, конечно, чувства, они очень сильные по отношению к вам. Они в его понимании исцеляющие, исцеляющие для него. То есть вот исцеляющие его сердце. И у него впечатление, что вы видите и чувствуете то, что не видит и не чувствуют другие женщины. И здесь даже не о внешности, а здесь вот о таком энергетическом балансе с человеком. Ну вот так вот очень интересно. Давайте посмотрим дальше. Твои желания в отношении этой женщины, да? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Я хочу спросить, а чем вы ему понравились? Давайте посмотрим. Чем вы понравились этому мужчине? Вот что его так зацепило? Потому что вот конкретно идет момент, что вы его просто зацепили неожиданно. Ну, во-первых, действительно, мысли о вас не покидают, и нравитесь вы ему в общем, да? Реальность некая ему нравится. То, что он видит, то, что он слышит, то, что он чувствует. Вот это ему и нравится. Вы настоящая королева. И вы ему нравитесь. Очень страстная, очень яркая, харизматичная женщина. Гордая. Где-то, возможно, со своим таким стержнем. Да? Возможно, когда-то. Почему-то вот сейчас идет как очень осторожная. Очень осторожная. Ему, вы знаете, вот вы его сердце исцеляете, и ему тоже бы хотелось исцелить ваше сердце, чтобы вы как-то расслабились, да, чтобы вы тоже были безоружны перед ним, чтобы вы тоже ему смогли довериться, чтобы была вот эта такая гармония в ваших отношениях. Что ему в вас нравится?
Но вы знаете, он вообще завис на вас. И вот мысли о вас его вообще не покидают. Что ему нравится, ему все нравится. Единственное, что ему не нравится, что он вот прямо, знаете, где-то... ну покажи, а что это? Что это? Ух ты! Он видит вас, женщину, для серьезных отношений по десятке земли, по десятке пентаклей. А почему ты так как-то остерегаешься этих мыслей? Он как-то боится вот этих мыслей, которые из подсознания у него появляются. Он боится, что что-то пойдет не так. Где-то, вы понимаете, этот человек где-то что-то недосказывает, где-то не показывает своих каких-то внутренних страхов. Но его подсознание говорит о серьезных отношениях с вами. То есть он желает серьезных отношений с вами. Ну да, здесь прямо идет момент, что этот человек прячет где-то свои чувства, прячет свое одиночество, прячет вот страх одиночества. Он как-то, как никогда, сейчас у него остро эти чувства идут. То есть я не хочу назад, да? Я назад не хочу, там нет ничего хорошего. Быть одинокому, быть одному, нет ничего хорошего в этом. И где-то я боюсь потерять эту женщину и войти опять вот в этот старший аркан отшельника. Я не хочу этого. Это мой страх. И мне нравится мое ощущение рядом с ней. Но я где-то опасаюсь вот этих своих подсознательных мыслей, мечтаний, да, о серьезных отношениях с этой женщиной. Готова ли она к этому? Желает ли она таких отношений со мной? Ну, интересно, давайте посмотрим дальше. А чего ты... Ну, вот подсознание, да, показало нам, что ты желаешь серьезных отношений. Что все-таки, да, ты к этому идешь, ты этого хочешь, да? Открывая какие-то новые планы и новые мечты, открывая новую дверь. И вообще, ваше появление в его жизни – это что-то значимое. И он понимает, что, возможно, не так все просто, не так все легко. И это какая-то вот все же ноша, да. Но иного, да, варианта нет, да. По-другому я не хочу, только так. Идет некий момент переполненности эмоциями. И если сейчас как-то человек еще взвешивает все, дабы как-то проявиться, дабы ваше сердце открыть, надвигается какой-то шторм. Возможно, сейчас человек не очень так активно действует, не очень, знаете, как-то все быстро развивается, но вскоре оно начнет свой оборот. Да. Вот у мужчины серьезные намерения, по иерофанту серьезные намерения у этого человека все-таки в вашу сторону. Вы знаете, он счастлив с вами. Он счастлив, и он хотел бы вот по этой лесенке, да, ступенечка за ступенечкой идти рядом с вами, идти к лучшему, идти в лучшие отношения, отбросить все какие-то страхи, отбросить все какие-то ограничения, вырваться из этих ограничений. Более того, я скажу, что привнести в вашу жизнь больше радости. Сейчас он понимает, что ситуация выходит из-под контроля, чувства его выходят из-под контроля. И нужно действовать здесь и сейчас, потому что я могу опоздать, потому что я могу где-то, вот понимаете, при том, что ключ у меня в руках, да, засидеться у дверей, где-то не получить желаемое. За это желаемое, за него нужно как-то постараться. Для этого нужно постараться. Ну, давайте посмотрим. Итак, действия этого мужчины в ближайшее время. Действия мужчины. Девочки, десятка кубков. Действия будут наилучшим образом. Очень яркие, очень красивые, очень радостные действия в вашу сторону, которые наполнены и планами, и желаниями, и мечтаниями. Действительно, очень большие перспективы в этих отношениях. Человек готов не просто действовать, а именно... знаете, действительно прикладывать какие-то усилия. Усилия работать над собой, работать над этими отношениями. Да. Как-то вот активно все-таки. Потому что боюсь опоздать. Вы посмотрите, да. Боюсь опоздать, боюсь упустить свое счастье. Боюсь упустить, боится упустить человек вас. Действия будут и будут очень активные. Очень, знаете, как мужчина на своем месте и действует так, как должен действовать мужчина. Быстро, активно, ярко,
вот в сторону этой женщины. Ну, давайте посмотрим. Очень классные перспективы, девочки, по десятке кубков с этим человеком. Очень классные перспективы. Давайте посмотрим, а какая мысль вот не дает тебе сейчас покоя? Какая мысль не дает тебе покоя? Давайте посмотрим. Какая мысль не дает покоя? Ой, девочки, вы знаете, у него такое впечатление, что у него было впечатление, что я вот как бы, жизнь моя сложилась, и все хорошо, да, у меня. То есть я к какой-то вершине пришел. И тут появились вы, как яркая вспышка, да, начерчили новый план действий, новый маршрут, да, новые цели. И вот, ну, просто такая яркость, вот действительно, в своей серости, в своей какой-то обыденности жизни, вот человеку казалось, ну, все, вот, ничего интересного в этой жизни нет, нет, нет ничего яркого. И тут вы, понимаете, как спичка, зажгли его жизнь по-новому, да, включили свет, добавили яркости. И вот он об этом думает, что какая-то суета, какие-то ограничения, какие-то моменты, это все ерунда. Потому что вы даете силу, потому что вы прекрасная женщина. И мысли о том, что вы как новое солнце, да, вы новая вспышка. Вы показали, что мир такой огромный и такой яркий, и столько в нем прекрасного. Ну, давайте посмотрим еще, какие мысли не дают покоя этому человеку. О чем он думает? Ну, вы держите его сердце на веревочке. И где-то, вы знаете, он вас воспринимает очень такой игривой женщиной, да, то есть вы где-то его очень заманиваете, вы очень его влечете, вы подогреваете его интерес, он просто от вас без ума, и действительно он сейчас думает, эта женщина держит мое сердце на веревочке, вот она определяет, буду я счастлив или буду я в большой печали, да, то есть вы, конечно, очень, знаете, в его плане женщина, которая открывает новые врата, которая открывает новые возможности вообще в жизни, которая дает вот самому прекрасному, да, самым прекрасным чувствам вспорхнуть в его жизни. Но, девочки, мужчина будет проявляться, и ждите обновлений, ждите новостей, ждите поступков активных от этого человека, потому что вы его весна, и он стремится к вам. И вы, вот, да, его сердце у вас на веревочке, у вас очень большое влияние на этого мужчину. Да, я вижу, что это очень даже такой харизматичный, сложившийся уже полностью человек, да, созревший человек. Но вы ему даете то, что ему очень нужно. Вы знаете, у него в жизни хватает каких-то стрессов, каких-то, каких-то вообще, знаете, таких какой-то опасности, возможно, каких-то острых сюжетов, скажем так, ему не хватает нежности, ему не хватает любви. И в вас он увидел ту женщину, которая исцелила его сердце. Этот мужчина не просто желает отношений, он желает будущего с вами, потому что вот такое, такие чувства, да, рядом с вами, в нем, да, ему очень рядом с вами классно. И здесь есть такая страсть, такое притяжение. Эта женщина как бы играючи, да, то есть для нее это не сложно. Для нее это ее обычное состояние. Она сама по себе прекрасна. И есть некая интрига, то есть эта женщина где-то уже нашла подход к этому человеку. И очень умело она пользуется своей женской красотой. И он прям так, знаете, смотрит на вас и видит, Боже, насколько она сильна, какое влияние она имеет на меня. И я как бы так такой, да, вот, возможно, серьезный мужчина в каких-то рабочих моментах, но вот перед ней не могу, да, перед ней просто таю, перед ней просто, знаете, где-то, возможно, открываюсь настоящим, показываю ей, какой я настоящий. Девочки, действия будут и по императору будут очень красивые действия, красивые ухаживания от этого мужчины. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и пусть самый смелый, самый лучший и благородный мужчина войдет в вашу жизнь. Всего вам самого лучшего и до новых встреч!